Ну что вы будете? Да чтобы не трогало. Я чтобы маска поворола. Да тут все дорога. Все, так как мы заболели, потом уже отмечаем сейчас позже, приехали в KFC, Дианкины гости, да, все тут. Сейчас ждем, заказали заказ. Смотрите, расписала, это я сегодня расписывала. Смотрите, вот и вот. Так вот, телефон выдают теперь. По чеку, если будет кому-то интересно, то получается решили взять, сфокусируется, вот такой вот состав. Получился у нас на 2049. И мне тут еще дали вот такую вот какую-то карту постоянного гостя. Так. И здесь первый визит, что-то второй визит, пятый визит и твистер. В общем, вот так вот. Карты действительно до 23 августа. Мы были, нам не дали, да, такую штуку? Вот такие вот покупочки у нас получили. Сейчас стоим, ждем. Надюша, иди сюда. Надюша, иди сюда. Надюша! Анюта, приведи ее, пожалуйста. Надюша все у нас, не сидится ей. Надюш, садись рядом с мамой. Вот, пускай сидит, я здесь вижу хорошо, да, Надюша? Не надо тебе это. Все, у тебя все высохло, да, Нют? Да. Я потом покажу еще несколько тоже телефонов расписали. И расписали еще этот только планшет еще расписали, тоже разными. Потом покажу, как мы расписывали. Сиди. Все. Анюта, ты что сегодня так разрисовалась? День рождения у Дианы отмечается. Она, видишь, такая сегодня кошка. Я организатор. Ты организатор? Да. Так, организатор маленький. Где мама тебя посмотрит? Что там делаешь, маленький организатор? Нельзя. Но у нас, знаешь, какой у них 150? Он где-то там, прям где-то внизу-внизу. Не видно его. Получается, в день рождения у Дианы было, и в этот день мы всем болели. И как бывает такое, я не знаю, закон подлости или это что, в этот день отключили на весь день, не было света. Прям с самого утра, и, наверное, свет включили часа 4 дня. Даже если бы мы не болели, при всем желании не получилось бы отметить Диане день рождения. Получается, что отложили на выходные, я еще до сих пор болею, у меня заложенный нос. Но они гуляли на улице, я говорю, ну раз так, поехали мы с вами в KFC и сделаем вам такой подарок и посидим в KFC. Не очень довольны. 151, это ничего не наш, да? А у них не работает, который готовый заказ. А, нет, готовый, вот, это не наш еще нет. У нас ровно 150. Всяких вкусняшек мы там показали. Сейчас они довольные будут. Вы мороженое будете? Я не знаю, правда, поместится у вас или нет, потому что здесь очень много. Я даже сейчас думаю, что как бы не получилось так, что в них потом это все не вместится. Туалет закрыт? Что за беспорядок? KFC, закрытый туалет. Может быть, открыт уже? Может, там занято было? Нет, там уборка была. Уборка была? Как-то странно. А, что? Сейчас кушайте, сейчас наш заказ будет сделан, мы будем кушать, хорошо? Окей? 150. Как? 150. А, 150. На, побежали все забирать. Надежда, будь тут. Забрали мы наш заказ. Все. Анютка здесь уже раскладывает все, помогает. Здесь вот такие вот твистеры.
все забуваю. Вот так вот. Там, это, Надюша. Надюша, там. Хайда, Надюша. Что? Все? Куда ставить? Кого? Ну, их покушать и макать. Так мы по какам тут ели. Ну все, ешьте. Мне вот этот больше нравится, терьяки. Все, вы уже кушаете? Классно? Мне тоже вот эта штука нравится. Спасибо вам. Да, не за что. Вы какой соус будете? Да ты пробуй все. Какой вам больше понравится? Тут они все открытые, а соус ворот какой больше вкуснее. Витя, тебе ничего не дали? Ничего не дали, ты вся мокрая, слюни текут, давайте я вытеру. Давай салфетку возьмем, что это у тебя, давай. Надюша, ты неправильно открыла. Чего ты тут? Чего ты тут? Давай, мама, тебе. Ой, ой, у нас тут с тобой как все. Мама! Не надо открывать ничего. Давайте, тут вытру, ты тут уже все разлила. Открывать не надо, пей так. Забрала Надюшку из садика. Да, Надюшка? Такая ты модная в джинсовке. Надюша, Надюш, Надюша, иди вот сюда на тротуар. Да там девочка. Хотя, не, стой, давай мама за ручку возьмет тебя. То там девочка на велосипеде собирается ехать, смотри. Надюша, Надюша, садись в машину. Оп-оп. Представляете, сейчас поехали за Надюшей, забрали Надюшу из садика. А потом заехали, взяли, в общем, продукты, выходим, и ливень. Ливень. В общем, этот ливень длился, ну, не знаю, может быть, минуты две. И опять солнце. Чудеса, чудеса. Сейчас иду за Дианкой, они обычно в это время гуляют на улочке. Вчера приходила ее забирать, а они, значит, в огороде... Сажали, бурьян убирали. Не все равно, глянь, собирается дождик, капает. Вот эти кот рыжий. Такой крупный, большой котик, красивый. Что, котик? Что? Ох, какой ты рыжий кот. О, какой красивый. Мяу, мяу. Сейчас посойдем. Здравствуйте. Кот? Да. Ваша? Нет, почему? А-а-а. Чужая. Что, в этом клубе они, да? Да, только зашли. А, только зашли? Поздали мы. Диана здесь более новый садик, более красивый. Но у Надюшки вот висят всякие картины и так далее. А у Дианы здесь нет. Но здесь более такой вот высокий потолок. Только-только построен садик. Очень здесь красиво. Сейчас посмотрим Диану. Смотрите, как у них здесь сделано все. Сейчас мы Диану сберем.
Здравствуйте. А можно Диану забрать? Кого? Диану можно забрать? Че, пойдем? Пошли, пошли, пошли. А? Нет, не заплатили, заплачу. Заплатим. Завтра у нас 30-е, и все, и к нам придет на сад долг. Оплатите, пожалуйста. Хорошо. И перезаймите. Надюша в машине сидит. Такое платье у тебя красивое. Да? Ты как красивая девочка прям. Модно. Желтенькое платье какое-то мне сзади приготовили. Оно грязное. Желтенькое платье грязное? Я выбрала это. Ты выбрала это, ну красивое ты выбрала платье. Пойдем? Да. Пошли. Что-что? Это мама Андрюша. Да? Да. Угу. Сейчас. А Диан, пойдем посмотрим, как здесь у них красиво. Сейчас покажу. Здесь у них немножко, сейчас покажу вам. Посмотри, как у них здесь здорово. Столики. Это вот как сделано, считайте. Вот это использован коридор. По сути, вот это вот по кругу идет коридор. Смотрите, как здорово придумано. Мне очень понравилось, что заняли вот это место, которое, по сути, было бы просто бесхозное. Вы использовали. И вот у Надюшки такого нет. Здесь вот такой вот набор Лего. Что-то еще. А. Игры здесь всякие. Да. Давай купим. Сейчас покажешь мне. Да, макеты, да? Это, красиво как. Это замок. Замок, да? Макет какого-то городка. Играем, Вы что играете? Потом расскажу. Потом расскажешь, забыла, да? Здесь домик. Домик, да? Да, со всякими куклами. Mm-hmm. Здесь такие кошки, какие надо разбивать и собивать. Смотрите, как здорово. Из дерева они полностью все. И вот собираем. Там еще есть. Да? Да. Смотри. Вот. А там еще косики. Угу. Вот. Классно. Какая интересная игра, да? Я тоже таких не видела, если честно. И изучать цвета сразу можно. Мама, а давай такие купим? Давай. Я, правда, если честно, не видела, Дианочка, таких. А вот он. Еще живые фокус. Кубики, которые вот только что дали. А это наша колесница. Как классно сделано. Много-много всяких конструкторов. Да, много конструкторов, да, тут? А тут вот они изучают правила дорожного движения. Вот с колясочками ходят. Тут вот мягкие кубики. Пойдем, Диан. Пойдем. Здесь, смотрите, вот у них один ребенок, кто-то ГАИ. Сотрудники ИПДД, видите? Жезл. Фуражка. Все по-взрослому. Пойдем, Дианочка. Машинки. Да, да, да. Вот так вот, в общем, здесь с вами Диана. Вот они, получается, уже на первом этаже спускаются и перебываются здесь. Здесь у них туфельки стоят. Потом с улицы приходят. И они бываются здесь. Вот так вот у них. Получается, на второй этаж уже детки не носят песок. И у родителей, наверное, тоже здесь. Полочку для родителей тоже, чтобы родители перебывались. Ну, еще можно, конечно, брать эти бахилы. Колбаса делает. Покажи, где. До свидания. А я сейчас здесь, знаешь, видела котика такого рыжего, красивого. А ты когда вы гуляли, видела его? Да. Да? Да. Это Артема. Артема? Да. Почему так думаешь? Но не того Артема, какой от нас уехал, а какой, а как другой Артем. Другой Артем? Да. Ты скучаешь за нашим Артемом? Да. Да? Да. Плачешь за Артемка? Угу. Я тоже за ним скучаю. Мы все за ним скучаем. Жаль, что он никогда не приедет. Жаль, что он никогда не приедет. Да. Печально это все, конечно, когда взрослые не думают о том, что страдают дети и страдают сестры. Печально. А вон, смотри, он сидит, котик. Да? Видела, сидит?
Вижу котик какой. Да. У нас дома маленькие котятки есть, да? Да. Надо их тоже на видео снять, показать вам. Да. Покажем их на видео? Вон там вот такой маленький котик. Да, пойдем. Пойдем.